всем бегом желаю тебе успехов. Сегодня расскажу о своем проекте «Инцест» и альбоме «Адский трон». Смотри, будет интересно. Вот кассета, а вот диск. Смотри. Купил всю дискографию украинского проекта «Инцест». Покупай. «Инцест». «Инцест», «Юкрейн», «Авангард», «Брудл», «Дэс», «Мэтл», «Ванмен», «Роджик». Покупай. 5 евриков каждый альбом. 4 альбома по 5 евриков. Желаю тебе успехов. Я начинаю сегодня свою Metal Show. Сегодня серия скажу о проекте «Инцест» и альбоме «Help You». Смотри, будет интересно. Сейчас играет моя песня «Гниющий на смертном одре». Хотел бы сразу напомнить, вот какая-то тут какая повторяю еще раз, я не добавляю, друзья, никаких блядей. Вот. Сразу видно, что это бляди. Покажу, как можно определить блядей. Мастер-класс от Максима Вехова. Как о, как узнать, что это бляди? Вот, видите, сайт. Это не простой сайт, сайт знаком. Все. Сейчас мы ее забаним. Эту. Там можно даже не банить, а удалить. Запад ее. Вот, выдал это запад. Все. Так, а мы сейчас заходим в мою группу, посвященную моему проекту «Инцест». Кстати, пытаются добавиться всякие извращенцы, думая, что это «Инцест». Ну и поняли, какой «Инцест». Так вот, значит, сегодня у нас 24 ноября 2022 года. Я 22 листопада написал статью «Салют, Metalhead!» Сегодня 22 ноября, сегодня 21 год моему проекту «Torn Apart». «Torn Apart», вот. Сейчас мы туда зайдем, быхонько. Вот, сейчас зайдем. Вот моя группа «Torn Apart», единственная официальная группа украинского проекта «Torn Apart», существующего с 99 года по сегодняшний 3-й. Я тоже, вот, мы тот же голос писал тот день 25, сегодня топода ноября, такую статью же 20 Metalhead, да. 22 ноября. И проект «Torn Apart» года свое «Ко», «Torn Apart». Отмечаю 21 год. Очк. 90 из 2020. Через сек активен подмечался. Даты. Проект. И сейчас подработа над новым уборным материалом. Работаю над партиями гитары и партиями ударных. На всякий случай изучаю игру на басу, так как не ясно, с басистом Ильей слабо активен почему-то.
вокальные партии возлагаю на Олега Грул и Саню Скрим. Так что как-то так. Ну и привожу ссылку на плейлист на Ютубе. Дякую, друзьяки, що побачили всю статтю. Алексею Кролову, Эдмиону Бондаренко, Дмитрию Шитоке, Алексею Логвиненко, Олегу Маруковскому, Владику Вербикту, Гудви Чужому. Вообще, блин, тема страта группа. Зеркотон, Артем, Ежель. О, дякую, друзьяки, що побачили. Вот, еще и підтримали. Сейчас мы в Инцест возвращаемся. Вот люди добавили сюда. Я честно скажу, сори, что мне нет свободного времени много. Поэтому... Поэтому вот написал статью до 22 листопада, но сегодня 24 листопада, и я только сейчас вот об этом кажу. Вот, значит так. А я продолжаю рассказывать о своем третьем сольном проекте «Инцест». А, еще, кстати, почему вот меня спрашивают, а чего ты, ну, не кажешь на море? Ну, дело в том, что вот, и не пишу на море, потому что у меня русско-английская клавиатура. Вот, не украинская. Вот. А сейчас мани нету на, так сказать, лишние эти самые потребности. Приходится так пользоваться. Вот. А почему я кажу на российской мове? Потому что я как бы на ней много лет, багато років спілкуюся і как-то в основному у меня, да, в основном все окружение, в основном балакая на российской мове, да, вот. Значит так, в 99 году я был занят своими другими сольными проектами и записью материала всех моих сольных проектов в период с 89 года по 99 год включительно по расписанию. Об этом я рассказывал в проекте Angel of God. Domination, да, вот уже. И вот Incest рассказываю тоже, да. За исключением нескольких альбомов Angel of God, которые я записал в 91 году, там, и в середине 90-х годов, пользуясь бобинным магнитофоном, который там брал у чувака бобинный магнитофон и писался на нем, да. И на чужих. Ну да, там я уже рассказывал об этом, все, короче, все. Вот. На самодельных электрогитарах. Вот, и все такое. Итак, значит, четвертым релизом данного проекта был полноформатный альбом «Адский трон» на 36 минут 18 секунд, состоящий из 5 адских треков с мрачной адской атмосферой и с демоническим грулом прям из ада. Первый трек называется «Гниющий на смертном одре». Вот как раз он сейчас исполняется. Текст я написал давно, в 94 году. Он у меня есть на машинке отпечатанный. Ну, я его сейчас искал на машинке, так и не нашел. Нашел его только вот. Да, вот это как раз в начале 90-х было. Вот, то есть тут уже все размазано. Вот, «Гниющий на смертном одре». Да, тут перемоечек сначала идет. Я даже планировал клип снять, не знаю, может, когда-нибудь сниму клип. Вот, возможно. Ну, это так как это One Man Project, может быть, и сниму, не знаю. Этот трек очень длинный, на 16. Этот трек очень длинный, на 16 минут. Вот уже берет вверх. Соло тут сумасшедшее такое. Так, ну ладно, вернемся. Вот, адское соло. Вот, значит так. Очень мрачная
Песня про воина, да, кстати, это да, песня про воина, так и да. Вот, так, значит так. Давайте переключим. Вот вторая песня. Написана на стихи немецкого поэта и критика Генриха Гейне. Называется так. Афронтенбург. Тоже тут начало такое адское. Ну, мы сейчас немножко перемотаем, так сказать, пользуясь техникой. Эта песня также очень мрачная, как и первая. Стихи на третью и четвертую песню я не помню, кто написал. Они, короче, но довольно брутальны. Называется так. «Призрачный день». Вот она. И «Железное дело». Вот она. Такая мелодичная. Ладно, пускай. Вот. Пятый, заключительный, брутальный трек написан на стихи немецкого поэта и философа. Вот он. Фридриха Шиллера, на его стих прошения. Трек я назвал так. «Адский пепел». Сочинил я все партии инструментом в далеком 2000 году и записал тогда же. Ведь тогда у меня было все необходимое для этого оборудование. Инструменты, да. Кстати, все свои сольные проекты передал с 89 года по 2000 год включительно я записывал без помощи компьютера. Сформировал этот релиз, используя мастеровые электрогитары Юрия Бабкина и фирменные примочки Metal Zone и Zoom 505. Писал в линию. Да, вот, кстати, покажу снова. Вот. А, кстати, использовал драм-машину Олеся, вот она, забываю про нее говорить. Вот, Zoom 505 я использовал такой, ну, Metal Zone первой версии, да, то понятное. Писал в линию, вот, тут вот, сюда, вот, через Zoom, это, этот сам Metal Zone, по-моему, еще комбику подключал, с комбика писал, а, ну, да. Вот, при записи данного альбома я использовал бас активный одного харьковского мастера, звали его Стас Рип. Он уже, так сказать, умер. Вот. Волхали, так сказать. И т.д. и т.п. Вот. Значит так. С фирменными струнами Дотарио, которые я временно поставил на него, потом снял и поставил на новый бас. Как на новый бас, как у бас-гитариста Beatles полуакустический. Но это потом уже. Микрофон на данном альбоме использовал Philips. Вот такой вот. Вот такой Philips. Для записи партии вокала. Плюс Zoom 505 для эффектов. Вот Zoom 505. Вот такой Zoom 505. И писал, конечно же, на Tascam, вот, Vorta 07, на кассету. Так, вот буду слушать завтра вот такое музло, три альбома. Own Magic. Вот. Это двойной Мазар, издание Мазаровское. Так вот, осводил на кассетник фирмы «Маяк». Вот, вот такой «Маяк». Ну,
или такой, или ну что-то наподобие. Я точно не помню. По-моему, такой, да. Затем отдавал, как всегда, Саше, есть такой отличный, охуенный поц. И он же оцифровывал на матрице сидерки. Логотип мне нарисовал мой дух Влад. Сатан. Вот. Вот, вот, логотип вот это. Да, кстати, татушка классно сделать такой. Может сделать себе, не знаю. Я еще подумаю, конечно. Первопресс был выпущен мною как самиздат на кассетах и на аудиодисках. Лимитированным тиражом распространял я сам. Я создал на дистро-барабанщику группы Фантасмагория. Мирошниченко, да. Ну, фотографию я вот как раз показываю. Немножко опаздываю, да. Вот я сейчас снимаю 24 ноября, а размещу этот ролик, скорее всего, в четверг, да. Вот, в четверг, ну, может быть, в среду завтра, может быть. Возможно, если успеют смонтировать. Вот. Оно занимает очень кучу времени, места на компьютере, блин, эти файлы, чтобы качественные были. Это целый, блядь, процесс, нахуй. Вот. Вот, да, ну и нас... И, возможно, в четверг, в пятницу размещу или в субботу промо-версию на этот альбом. Да, вот, кстати... Может, ссылочка приводится на одну песню, можешь послушать ее. Вот, вот, значит, полноценное издание можно купить за 5 евриков, обратившись ко мне в личку. Есть на аудиодиске Slim DVD. Вот, вот Slim DVD. Вот диск так выглядит. Это моя картина. Вот логотип, вот Влад Сатан, логотип, я его увековечил. Вот так выглядит Slim DVD обложка. Первая версия и вторая версия, да. Вот, а это стикер на стенку повесить. Это я показал, да. Ну и, конечно же, в формате Wave можно купить. Цена та же. Так, а сейчас мы перейдем... к репрессам. Вот Хеллтрон. Можно купить вот за 6 евриков. Вот, кстати, я тут эту песню привожу в качестве ознакомления. Ну, тут написано Black Metal, Pagan Metal. Ну, это свойство лейбла такое, да, писать так. Кстати, за блогу большая подяка Сергею Гордеюку. «Темная вера», журнал такой, я не помню, отсылал. Вот, и он еще, у него проект «Молох» есть, да, вот, да. По-моему, да, украинский. Вот, покупайте у него. У меня только авторская моя вот кассета есть. И все, в одном экземпляре. А у него там, не знаю, сколько, он мне сказал, что он же половину тиража как бы там поменялся с кем-то, что-то продал. А, это да, это вот я сам вот эту фотку делал на телефон, сейчас покажу. Не на камеру, а на телефон. Вот, на вот этот телефон делал, на вот этот телефон я... кнопочный, да, Samsung, вот, делал фотку, 5 мегапикселей, и тут есть у меня Photoshop. Где-то тут есть. Ну вот, как я это делал, сейчас покажу, вот. Вот, ну и тут изменить, вот нажимаем и что-то меняем, фоторедактор, короче, да, вот. Вот, эту фотку сделал и вот ее обработал, короче, в
ты добавил коричневый, вот дерево какое-то офигенное, блин. Вот, обложку, кассету я показал. Так что покупайте на сайте Depressive Illusion Records, кассету заказывайте. 6 еврика, вот она. И, значит, переходим на диски тоже. Ну, у меня покупайте, естественно, за 5 еврика. У меня дешевле, у меня, так сказать, сами сдат. У меня, можно сказать, авторская работа. Вот, а это вот, значит, вот есть у двух чуваков. Один хочет. Это компиляция двух моих альбомов Halcyon и Shadows of Kings. Ну вот, стоит 8 евриков. Тираж всего 10 копий. Да вот он, диск этот. Я уже показывал его в той серии. Вот, кстати, логотип остался у меня. Все, что осталось, да. Вот я Косухи напротив аптека управления, где мы покупали боярышник, да, тут Ивушка недалеко, сейчас это там ЛФ-клуб, короче, вот. Раньше была Ивушка, и там его держали бандиты, бля. Рабинович какой-то там был, помню, на 600-м Мерси гонял, блядь, с телохранителями. Вот, ну, короче, понятно, да? Вот. Покупайте, это я рассказал, да, все. Вот, короче, размещу этот ролик, чтобы купить у меня диск. Обращайтесь ко мне в личку. Вот, значит, диск, как выглядит, показываю, 5 евриков на 36 минут 18 секунд. Вот диск. Вот, пишите мне в личку, там, привет, хочу купить. То-то, 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 да. Вот. Вот, а сейчас им давайте я вам покажу свой каналчик. Сейчас хотел рассказать, подписывайтесь на мой канал Fark Soul Drums. Тут я, короче, тут у меня просмотров мало, я там уже давно не активный, конечно. Вот тут моя дискография как барабанщика с 2017 года, уже полноформатных альбомов 2 и 2 EP и 1 сингл, да, вот, кстати. Вот они. Ну, я буду потом об этом рассказывать, да, вот. Вот тут чисто на барабанах, там, ну, там кое-что с трубой есть. А, это Slice of Life, да, с трубой. Томас на трубе играл. Вот, короче. Вот тут видео есть. Вот, жиды живут катастрофами. Радуга зла, летающий слон. Это мои барабанные темы. Ну, те кавер-версии на свои, пишу на свои песни, да. Вот. Яд пропаганды, вот. Барабанная, так моя, так сказать, тема. Вот я на Хиги Вальд исполняю тут на песню When I Take As
when I take a step, the как там грязь отлипает от моих подошв, когда я иду, да, что-то такое, по-моему, да. Ну, с одной бочкой, конечно. Как? Тут, конечно, это моложал, конечно. Потому что я без подготовки, как бы, да. Да. Сейчас не занимаюсь на барабанах живьем, потому что потом денег нету на занятия. Ну, как бы знания у меня есть, теперь я могу забивать партии ударных. Сейчас вам, кстати, продемонстрирую. Вот я хотел продемонстрировать вам. Вот это партия ударных на новую песню Торна Парда. Я сам забивал барабаны. А вот, кстати, как оно звучит оживленное, да? Ну, что-то как оживленное мне не очень, да? Подобается, как оно звучит. Ну да, то есть так как барабанщика у нас нету, это дефицит, самому мне учиться денег нету и ресурсов нету, как бы, вот, поэтому так. Какие-то басист не оживил, но что-то оно не очень звучит, как я хотел бы. А это вот миди. Вот. Тут три старыми, блин, много очень. Вот, короче. Ну, короче, подписывайся на мой канал Warksoul Drums. Все, Максим Вехов, желаю тебе успехов. Пока-пока. Смотри, будет интересно.